Всем привет, меня сегодня не будет видно, потому что... видно только лицо так чуть-чуть, потому что я стою возле балкона, может, глянуть. И держу ноутбук. Вот, держу. Вот такое у нас там здание идет. Это мой двор. Ой. Тяжелый такой. Я очень плохо видно сегодня. Я хочу вам видео показать, что у меня на балконе. О, я сейчас поставлю. Я закрою такую дверь. Я знаю, что вы терпите, подождете. Сейчас это открою. Все, я там открыла, сейчас пойду покажу. Подождите, мне кто-то звонит. У меня выключился телефон. Попозже перезвони. Угу, давай, пока. Мне просто бабушка звонила. Телефон вообще разрядился. На палочку только зарядилась. Вот пойду. Сейчас покажу. Ой. Сюда. С мышкой. Ага, уже минуту всем-то идет. Понятненько. Вот это у нас. Хорошо. Я живу на третьем этаже, между прочим. Но рукой держать ноутбук как-то неудобно. Еще при этом же показывать видео. Так почему для всех это так плохо видно? Опять сэндвичек. Ой, ты просто держу это все на руках. Так, мне что было видно? Да хоть бы видно. Давайте на лампочку, где там. И я там сейчас появлюсь. Это у нас на потолке творится. Держу над головой. И танцую вальс. Ла-ла-ла-ла-лай. Ну, вот такие вот держу, как вы можете видеть. Это никак. Пока. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Уезжай. Пишите свои замечательные запросики. Пока. Люблю. Подождите. Вот,